Всем привет, зрители и подписчики этого канала, рад вас всех приветствовать. И, конечно же, давно у нас не было видео по АТБ арене, и мы возвращаемся в наше приложение, в котором будем проходить дальше кампанию во втором подземелье. И сейчас нас ждут очередные 4 боя. Это 21, 22, 23, 24 уровень. Вот тут справа сверху будет ссылочка на предыдущий ролик, в котором мы победили Бальтазара. Это был 20 уровень. Можете перейти и посмотреть. Это третий по счету Бальтазар. И мы продолжаем проходить дальше уровни, побеждать противников. И дойдем до 4 Бальтазара и закроем второе подземелье. Впереди нас еще ждет 19 уровней и 19 разных противников, которые будут нас попадаться. Ну что, выбираем 21 уровень. Берем наших бойцов, с которыми будем сражаться. Так. Валькирия. И, наверное, я вместо бластера, возьму... Хотя... Давайте вместо бластера я возьму вот... Самурая возьму, Ронина. Да? Ну и, конечно же, нашего Марка, которого я буду качать. И дальше будет в ускоренном режиме для того, чтобы уменьшить тайминг видео. Так что всем приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее, можете заварить чай. И мы начинаем бой.
Так, ну что, друзья, и вот мы достигли 18 ранга, и нам дали редкую карточку сокровищ. И 4 уровня мы, как видите, очень легко прошли. Вот наша награда из обычной редкой карточки. 37 вижу есть на Марка и 33 на Титанов. Круто. Всегда рад, когда есть баллы и на того, и на того. Ну что, друзья. В следующем выпуске мы пройдем 25, 26, 27 и 28 уровень. Вот такой получился выпуск, друзья. Кому понравилось, ставьте лайки, дизлайки, комментарии обязательно. Кто не подписался, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.